развитие двигаться вперед. Потому что есть две вещи, наверное, это экономика и география, то есть территория. Одно другое дополняет. Есть разные точки зрения, что должно быть впереди. На мой взгляд, это некий симбиоз. Потому что, конечно, для города это территория, численность, потому что крупным муниципальным таким образованием есть возможность участвовать в крупных национальных проектах. А для жителей территории это, конечно, другие бюджетные финансовые возможности, которые можно направлять на данную территорию. Ну, и вы знаете, что у нас даже вот на сегодняшний день нет транспортного налога, поэтому тема, чего мы не брали дороги на баланс, а у нас почти 900 вот этих вот грунтовых или земляных, потому что их не на чем было содержать, мы ничего не проектировали, не участвовали. А с 1 января транспортный налог перешел в муниципалитет. И, конечно, мы сегодня активно занимаемся оформлением данных дорог с тем, чтобы потом можно тратить на них бюджетные средства. И уже на 2021 год мы порядка 30 дорог планируем так прогнозно делать дороги, восстанавливать дорожное полотно порядка в 11 поселках. И в том числе мы предусматриваем на данных муниципальных образований. Какая главная хозяйственная цель слияния населенных пунктов Саратова? Развитие. Хозяйственная цель конкретно есть какая-то? А что подразумевается под хозяйственной? Проект хозяйственный. Все проекты будут впереди. Спасибо.